Меня зовут Катя, мне 12 лет. Я хочу, чтобы вы сказали, кто новенький, два слова о себе. Я новенькая. Я новенькая. Я новенький. Ладно, тогда давайте продолжать. Так, кто-нибудь из вас читал или смотрел Гарри Поттера? Я смотрел. Я смотрела Гарри Поттера. Я смотрела Гарри Поттера. Вас не слышно. Ладно, давайте продолжать. Мы его закончили читать, третью книгу Гарри Поттера и Узник Азкабана. И сейчас у нас будет небольшая викторина. Викторины я люблю. Сейчас, секундочку, произошли небольшие неполадки. Всем видно? Да. 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 Так, значит, давайте продолжать. У меня случились какие-то неполадки. Я вас, к сожалению, не слышу. Я не знаю, что с этим сделать. Давайте вы будете писать ответы в чат. Нет. Слышно? Слышно, наушники подключены. Так, давайте продолжать. Какое животное Сириус Блэк подарил Рону Уизли вместо лжекрысы? Я сейчас вам прочитаю ответы, а вы напишите какой-то из ответов в чат. Вот. Жабу. Маленькую сову, которая доставила письмо Гарри, кота Живоглота, новую крысу, экзотическую птицу из теплых стран, сову-буклю или хорька. Жду ваши ответы в чате. Можно цифрой прислать. То есть написать. Так, пришли ответы сову буклю и номер 2. Сейчас посмотрим. Так, и правильный ответ у нас
маленькую сову, которая доставила письмо Гарри. Это ответ номер два. Вот, так что кто-то писал два, они молодцы. Вот. Ну, а как бы, кто писал сову Буклю, ну, как бы, а как сова Букля может быть еще и у Рона, если она у Гарри? Вот. Дальше вопрос для знатоков. Как звали близнецов Уизли? Фрэнк и Джорджли, Чарли и Билл, Перси и Чарли, Фред и Джордж, Рон и Билл. В семье Уизли не было близнецов. Жду ответы. Не, мы... Фрэнк и Джорджли, Чарли и Билл, Перси и Чарли, Фред и Джордж, Рон и Билл. В семье Уизли не было близнецов. Ну, где ответики? Так, пришел ответ 4. Это Фред и Джордж. Ждем еще один ответ. Присылайте не в личное сообщение, а в общий чат. Так, и второй ответ тоже у нас 4. Ну, сейчас посмотрим. И правильный ответ. Правильно, Фред и Джордж. Это ответ 4. Вот, так что вы молодцы, знаете. Так, дальше. Еще один вопрос про близнецов. Кем были Фред и Джордж? Джордж Уизли в квиддиче? Охотниками, вратарями, загонщики или ловцы? Охотники, вратари, загонщики и ловцы. Так, пришел ответ 2. Это вратари. И еще один 2. Так, ну и смотрим, где у вас ошибки. Они были загонщиками. Кто не помнит, вратари – это те, которые ловят мяч на воротах. Ну, то есть, как бы, как в футболе, охраняют ворота. Вот. А загонщики – это как раз-таки те, которые летают с битами и отбивают бладжер, вот, чтобы они не зашибили других игроков. Вот. Дальше тоже вопрос сложный. Прозвище папы Гарри, Джеймса Поттера. У нас... Как бы, кто знает, у нас есть 4 друга, вот, и у них были свои прозвища. Хвост, Лунатик, Бродяга и Сахатый. Вот какое прозвище было у Джеймса?
Так, пришел ответ 4. Ага, пришли ответы у нас 4 и 3. Ну, смотрим. Так, 4 это у нас сахатый, а 3 это у нас бродяга. Так, ну и смотрим. Он был сахатым, то есть типа оленем. Вот. Его называли оленем, потому что он умел превращаться в оленя. Его называли сахатым, наверное, это какая-то, типа, не знаю, как-то так называли оленей там. Вот. Но правильный это ответ такой был... вид оленей. Так, дальше. Еще один вопрос про прозвище. Какое прозвище было у Питера Петтигрю? Лунатик, бродяга, хвост. Ну, в принципе, сахаты уже понятно. Поэтому у нас лунатик, бродяга и хвост. Так, пришел ответ 1. Это лунатик. Может быть, ты хочешь поменять свое решение? Потому что это не лунатик. Хочу. Нет. Так, у нас пришли ответы 3 и 3 теперь. Да хватит уже тройки прислать. Все, я поняла. Вы решили 3. Смотрим. И прозвище Питера Петтигрю. Правда, это был хвост. В последний момент вы решили все-таки изменить свой вариант ответа. Его называли хвостом, потому что он умел превращаться в крысу. Вот. И поэтому его называли Ля, он крыс. Вот, дальше вот еще один, уже более такой понятный ответ. Это прозвище Сириуса Блэка. Ну, тут уже это либо лунатик, либо бродяга. Давайте. Так, пришел ответ 2. И 2. Пап, ну не надо, там нету этого. Сейчас, секунду. Всё. Так, и у нас правильный ответ. Это все-таки бродяга. То есть вы были правы. Это ответ номер 2. Так, смотрим дальше. Кем были Джеймс Поттер, Сириус Блэк и Питер Петтигрю? Вот тут ошибка небольшая произошла. Тут написано еще и Римус Люпин. Это я ошиблась, я уже заметила эту ошибку. Вот, можете на это не смотреть. Вот. И кем были просто Джеймс, Сириус и Питер? Лучшими учениками Хогвартса, незарегистрированными анимагами или оборотнями? Так, пришел ответ. Так, Луки, тут у вас ничего не понятно. Почему у вас вот один и два сразу? Давайте выбираем что-то одно. Один выбрала. Ну, хорошо, смотрим. Так. И они были незарегистрированными анимагами. А незарегистрированными анимагами они стали после того, как они узнали, что Люпин был оборотнем. И они решили, чтобы Люпину не было так грустно, они выучились на анимагов. Вот, анимаги — это такие волшебники, которые умеют превращаться в других животных.
Вот. И так получилось, что Сириус превращался в большого черного пса, Джеймс превращался в Сахатова, то есть в оленя, вот, а хвост превращался в крысу, ну, то есть Питер, Питтигрю. Вот. А незарегистрированными, потому что никто не знал, что они умеют превращаться. Вот. Ну и теперь вот такой вопросик легкий. Как звали крестного отца Гарри Поттера? Римус, Хагрид, Питер, ладно, Рональд, Северус, Джеймс, Сириус или Вернон? Давайте, кто крестный отец Гарри? Так, пришел ответ 7. Это Сириус. Ждем еще один ответ. Ага, я, Лукей пишет, я не помню, пятый. Так, пятый это Северус. Ну вы что, ребят, ну какой Северус? Нет, это был Сириус. Тут как можно такое не помнить, такой легкий вопрос. Северус это учитель зельеварения, Северус снег, а Сириус это крестный отец Гарри. Вот, лучший друг его папы. Точнее, папа Гарри. Вот, дальше вопрос. От каких предметов из своего расписания отказалась Гермиона, чтобы не пользоваться маховиком времени? Прорицание, изливарение, уход за магическими существами, она посещала все уроки, трансфигурация и история магии, изучение маглов и прорицание, нумерология и изучение маглов, или только нумерология. Давайте, сложный вопрос такой, но я думаю, вы справитесь. Вот, а маховиком времени она пользовалась из-за того, что у нее было слишком много уроков. То есть у нее было уроков гораздо больше, чем у мальчиков. Вот. И в конце третьего курса она все-таки от нескольких уроков отказалась. И вот вам надо узнать о скольких и от каких. Так, смотрим. Так. Номер один. Это прорицание и зельеварение. Ну, посмотрим. И пятый. Так, пятый это у нас изучение маглов и прорицание. Вроде бы так. Ну, смотрим. Да, изучение маглов и прорицание. Ну, смотрим, кто из вас был прав. И это были изучение маглов и прорицание. Вот я вот так вот сделала, чтобы было видно. Вот. От изучения маглов она отказалась, потому что, ну, в принципе, зачем... Ей надо изучение маглов, потому что она сама из семьи маглов. Вот. А прорицание она бросила, потому что для нее вот это вот гадание, это было неточные науки, поэтому она считала, что они не нужны. Тем более Трелони постоянно говорила, что Гарри ждет смерть, но, как мы все знаем, Гарри так и не умер. Вот, поэтому как бы Трелони не очень такая и всевидящая.
Вот, так, смотрим дальше. Это уберем. Сколько раз Гермиона повернула маховик времени, чтобы спасти Клювокрыла и Сириуса? 33 раза, 3 раза, 2 раза, 1 раз или целых 100 раз? Вот, если что, как бы сколько раз, сколько она повернула, это типа минус, короче, на 1 час назад. Так. 5 ответ. То есть это что? 100 часов назад? Ну ладно, посмотрим. Как-то это слишком далеко. Вот, в конце книги Гермиона и Гарри, они там спасали Сириуса и Клювокрыла. Так, ага, ты решил изменить свой ответ, написал 2. Хорошо, я принимаю ответ. Так, то есть это у нас получается 3 раза. Угу. Ждем еще один ответ. О, вот, прислала нам. Это у нас получается Лукия за 3 ответ, то есть за 2 оборота. Ну, сейчас посмотрим. И на самом деле Гермиона повернула маховик времени только 3 раза. То есть они отправились в прошлое только на 3 часа. И у них все получилось, они спасли и Клювокрыла, и Сириуса. Вот, продолжаем. Какую метлу подарил Сириус Гарри? Нимбус 2000, Нимбус 2001, Нимбус 3000, Молния, Стрела, Метеор, Комета. Это такой сложный вопрос. Но если знать книжку, то книжку, фильм, в принципе, все понятно. О, и кто знает, может тоже циферкой написать, какая метла у Гарри была до той метлы, которую ему подарил Сириус. Вот еще вопрос. Какая метла у него была 2 серии? Ну, или 2 книги. Так. Нам ответик возвращается. Так, первый ответ — это у нас 7. То есть это у нас последний — комета. Ну ладно, хорошо. Будет комета. Идем еще один ответ. Так, и еще один ответ — это у нас 5. 5 это у нас стрела. А вот кто еще знает, какая метла у Гарри была в первой и второй книге? Какую метлу подарила МакГонагал Гарри? Я вам даю подсказку, это какой-то из нимбусов. Угу, второй. Так. Лукия, ты отвечаешь? Будешь? Ладно, мы продолжим. Да, вот все, Лукия тоже ответила 2. Ну, вы правы. Сначала у него была метла Nimbus 2001. Но потом ему подарил Sirius Black метлу Молния. И я вам скажу, никто из вас не угадал. И, кстати, комета — это очень плохая метла, которая очень медленная, как в книжке говорилось, поэтому... Как вы могли такое подумать вообще? Вот, это молния. Я книгу не читал. Ой, ребят, я вас слышу. А еще раз пусть. Я давайте... книгу не читал. Ну, ничего страшного, что ты книгу не читал. Можете это включать звук. Видимо, мы тут когда настраивали что-то. Ура! Можем говорить. Это круто, что ты можешь говорить. Ой, так. Я, по-моему, я отвечу на мальчик опять. Молния? Ну, давай сейчас посмотрим. Ты ответила номер 5. Сейчас мы вернемся назад. Так, смотри, номер 5 это у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 это стрела.
Простите. Ну, ладно. Так, ладно. Вот, давайте дальше. Из-за чего поссорились Рон и Гермиона? Гермиона не дала Рону списать домашку. Они не ссорились. Из-за квиддича. Кот Гермионы пытался съесть крысу Рона. Давайте, какой тут ответ? Это легко. 1, 2, 3, 4. Ну, какой? 4. Это не можете не писать уже в чат, я вас слышу. Так, ладно. 4. Да, все, я услышала. 4. Так, Лукия, твой вариант ответа. Мне тоже кажется 4. 4. Я перезвоню. Ну, в принципе, правы. У Гермиона появился кот Живоглот, который с самого начала Рону очень не понравился. Живоглот. Живоглот. А кто скажет, почему Живоглот пытался съесть крысу Рона? Потому что коты охотятся на крыс. Ну, в принципе, так тоже можно было сказать. Вот. Но я читала еще одну теорию, такую типа фанатская теория, про то, что... ну, вот в книге говорила, что Живоглот жил в этом... Короче, в зоомагазине очень много лет. Вот. И в книге же... И в книге тоже говорилось, что у Лили Поттер, ну, то есть мамы Гарри, тоже был рыжий кот, который не отличался особой красотой. Вот. Ну и, в принципе, мы не знаем, куда дальше делся этот кот. Вот есть такая теория, что этот кот потом пришел, короче, где-то там скитался, попал в этот зоомагазин. Вот. И он просто как бы, поскольку он знал, кого превращаются все 4 друга, то есть он просто как бы учуял коросту, что это типа хвост, и он знал, что хвост — это предатель. Вот. А Сириуса он сразу узнал, потому что как бы он с ним был знаком. Это такая вот есть теория. Но никто не знает правду. Согласен, наверное, из-за этого. Ну, может быть. Так, сейчас я это переберу. Так, почему Гарри сбежал от Дурслей в начале книги? Он не убегал из дома. Он приехал в гости к друзьям. Они не поздравляли его с днем рождения. Ну, то есть, типа, он уехал из-за того, что его никто не поздравлял. Вот. Ему помог эльф Добби. Он случайно надул тетушку Марш, как воздушный шар. Давайте, какой ответ тут? Мне кажется... Так, кто там сейчас? Мне кажется, третий. Хорошо, мне хорошо. Кажется, давай, Луки. Пятое. Угу. Так, у нас получается ответ 3 и 5. Ну, смотрим. Так, и он случайно надул тетушку Марш, как воздушный шар. То есть это был ответ последний, 5. Вот, и... О, смотрите, как я хорошо сделала. А это типа как это все выглядело в фильме. Это очень страшно. Вот. Кто составил карту мародеров? Джеймс Поттер, Римус Люпин, Сириус Блэк и Питер Петтигрю. Драко Малфой, Альбус Дамблдор и Минерва МакГонагал. Золотое трио Гарри, Рон и Гермиона. Господа Сахаты, Лунатик, Бродяга и Хвост. Основатели Хогвартса, Фред и Джордж Уизли. Это такой вопрос с подвохом. Точно. Не верхний. Это точно не верхний, потому что это с подвохом. Я знаю, кто. Ну и давай, какое же тут правильное. Это Фред и Джордж. Фред и Джордж Уизли. Ладно, хорошо. Я просто смотрела эту серию, они там специально ее сделали, чтобы потом найти эту, найти выход из школы. Посмотрим. Все ваши ошибки найдем. Лукия. Я не знаю. Ну давай, предположи. Ну, даже не знаю. Давай, наугад. Ну, давай основатель Хогвартс.
камера, покажите. Основатель Хогвартса. Ну хорошо, сейчас посмотрим. Это было бы классно. Фильмы на самом деле это были Джеймс Поттер, Римус Люпин, Сириус Блэк и Питер Петтигрю. Хотя у этого вопроса, как я сказала, есть подвох. Я сейчас вернусь назад. Можно было ответить «Господа», «Сахаты», «Лунатик», «Бродяга» и «Хвост», потому что это были их прозвища. Поэтому и вопрос был с подвохом. А вот как бы ты говорил, что Фред и Джордж просто нашли эту карту у Филча в тумбочке. Вот в тумбочке она лежала. Да, вот. Но они ее она могла быть пустой. То есть они ее сделали не пустой. Они ее не сделали, нет. Они просто как бы подобрали заклинание, что типа там надо сказать это... Заклинаю только шалость, и только шалость как-то так там было. Вот. Но они ее не создавали. Создали ее четверо друзей, которые были... Ребят. Но потом у них типа Филч, видимо, забрал. А Фред и Джордж ее просто нашли. Потом подарили Гарри. Вот, так. С каким существом Хагрид познакомил Гарри Поттер и его друзей на первом уроке ухода за магическими существами? Почтовая сова, гиппогриф, гриндилоу, кентавр, дементор, флобер черви, тролль, богарт. Чего? Второй? Гиппогриф, да, гиппогриф. Это его питомец, гиппогриф. Ну, у Хагрида много питомцев. В принципе, один из них. Ну да. Так, второй ответ. Жду. Я не знаю тоже это. В смысле, ты ничего не знаешь? Ты же ко мне даже ходила. Ну давай. Предположи, кого Хагрид мог им показать? Кого Рон так мог испугаться на картинке? Давай. Вообще-то не только он. Ну да, Гермиона тоже. Девчонка в команде. Она тоже он испугалась, как видно. Ну, давай почтовая сова, я не знаю. Ну, в смысле почтовая сова? Их, что ли, напугала? Напугала. А я случайно... Давай, кто их напугал? Давай кентавр. Давай кентавр. Хорошо, кентавр. Так, ну, это был гиппогриф. На первом занятии Хагрид решил познакомить... Что я требовала доказать? Гиппогриф. Решил их познакомить с гиппогрифом. Но, кстати, после этого радость Хагрида и веселые уроки закончились, потому что, вот как бы, кто знает, вот почему, что произошло на этом уроке. Я помню. Укусили кого-то из ребят. Не укусили. Вот. Хорошо, давайте так. Как надо было обращаться с гиппогрифами? Кто знает, такие типа, правила? А, надо было аккуратно, как Гарри. А он прям неаккуратно делает. Да, надо подойти, поклониться, и если гиппогриф тебе поклонится в ответ, тогда как бы можно подходить к нему дальше и типа даже погладить. Вот. А как раз таки вот, ну давайте, вот кто такой плохой мальчик? Просто по логике давайте догадываемся. Это враг Гарри. Кто? Кто владел этим змеей? Ну, какой змеей? Большой змеей. Ну, сейчас дайте я вспомню, как она. Змеей владел Волан-де-Морт. Что-то там. Да. А как Волан-де-Морт был один из его подручных. И в школе именно он ей управлял. Вообще-то это было во второй. Так, стоп, подожди. Ты про Василиска сейчас говоришь? Да! Василиск был еще? Во второй части. Смотри, у них была, типа, короче... Я пытаюсь объяснить, короче. Кто это был, потому что я забыл, как его зовут. Нет, это был не Том Реддл, Это был Малфой. У нас времени остается мало. Ну да, Малфой. Ну так Малфой не владел им. Владел змеем Том Реддл. А, я путаю их. Вот.
Чё? Ты. Вот поэтому это был Малфой, да, все. Да. Так, как Гарри добрался от дома 4 на Тисовой улице до Косого переулка? На метле, пешком, на метро, на летающем мотоцикле, трансгрессировал, на ночном автобусе. Ой, на автобусе ночной рыцарь, простите. Ну. Я, по-моему, помню... Можно вопрос? Да, давай. А Косой переулок — это там, где стена открывалась? Да, там, где стена открывалась. А, пешком, там, где они покупали все принадлежности к школе. А, да-да-да, это было пешком, это было пешком. Пешком? Ну ладно, хорошо, из другого города. Лукия? Я точно не знаю, но, по-моему, если он туда добрался, как через... Луки, я тебя не слышу. Не слышно. Ты здесь? Через стену, я помню. Давай. Я тебя не услышу. Давай, на чем? Лукия. Ладно, мы продолжаем. У нас времени мало. Так. Ну и ответ был: на автобусе ночной рыцарь. О, поэтому как бы ты не угадал. И пешком он туда не шел, потому что он жил даже в другом городе. Просто на другом конце страны. Как он туда пешком дойдет? Вот, поэтому он на автобусе доехал. Просто в фильме я помню вроде не так. Нет, нет, в третьем фильме он тоже, смотрите, прекрасный такой кадр Рона. Кто таскивает Рона в тайный ход, который ведет в визжащую хижину на окраине Хогсмида? Огромная змея, огромный пес, небольшой дракон. Пес. Пес, хорошо. Это был гениальный момент автора. Я им даже похлопала. Успокойся ты. Лукия. Я не смотрела и не читала «Узник Азкабана», поэтому я только чуть-чуть знаю. Хорошо, ничего страшного. Давай. Ну, интуиция, давай. Ну, давай. Интуиция помещения. Ну, первое. Первое, хорошо. Огромная змея. Ну, ладно, хорошо. Я тебя прощаю. Это был огромный пес, который был на самом деле Сириусом Блэком. Вот, а Сириус Блэк решил напасть на Рона, потому что у Рона была короста. А короста — это Питер Петтигрю. А Сириус охотился за Питером Петтигрю. Все очень сложно и запутано. Так мог, он мог выхватить. Ну вот не получилось. Все. Так, удается ли юным волшебникам спасти Клевокрыла? Да или нет? Очень простой вопрос. Да. 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 Ага. Да. Ну, да. Ответ мы получили, ну, в принципе, да, все это да. Знают. Вот. Так, дальше. Кто выдал Поттеров Волан-де-Морту? Люпин, Блэк, Петтигрю. Я это уже говорила. Ну, какая симпатия. Да, проведусь. Кто меня там слушает? Давайте. Это мама. А что? Да. Ты я очень симпатичная ведущая. Ура! Это не я. Да. Давайте, ответы. Кто меня слушал? Ну. Питер Петтигрю. Питер Петтигрю. Ага, Лукия. Давай, я это говорила. Мама, это... Луки, ты с нами? Да, у меня почему-то пропало. А, ну, давай. Кто выдал Поттеров Волан-де-Морту? Люпин, Блэк, Петтигрю. Я это тоже не знаю. Ну, я это говорила, что ты...
Давай, за кем охотился Сириус Блэк? Я это только что говорила. Люпин. Нет. За Питером. Люпин в это время вообще сидел в замке. Смотрел на карту Мародёров. На карту Мародёров. Так, вот. И это ответ все-таки Петтигрю. Вот. Поэтому ты не угадал. Вот так. Давайте. Что выясняется в ходе сюжета этой книги? Что Сириус Блэк самый заклятый враг отца Гарри? Что Сириус Блэк на самом деле не является магом? Что Сириус Блэк невиновен? Если кто не помнит, на самом деле сначала Сириус Блэк сидел в Азкабане. Я не помню, 12 или 11 лет он там сидел. 12 лет. 12 лет, хорошо. Давайте. Что же случилось в конце? Сириус Блэк, самый заклятый враг отца. Что Сириус Блэк на самом деле не является магом. Сириус Блэк вообще не виновен ни в чем. Третий, хорошо. Вариант. Луки, есть варианты? Я тоже не знаю, но... Ну, давай, ну, как бы, смотри, вот Сириус, это крестный отец Гарри. Ну, значит, что мы можем из этого убрать? Ну, как бы, что из этого мы можем убрать, по логике? Выяснить. Ну, что мы можем выяснить? То, что он уже не враг отца Гарри. То есть, это да. Либо... Вот, ну, как бы, это либо он не маг, либо он невиновен. Давай. Ну, давай второе. Да, невиновен. Невиновен, в смысле, да? Да. Ну, а, нет, ну, второе. В смысле, второе? Он не является... Он невиновен, все. Сириус Блэк ни в чем не виновен, он крестный отец Гарри. И он хороший. Кстати, я помню момент, когда Сириус Блэк появился в костре. Поэтому он точно маг. В костре он появился в четвертой части. Вот. Но он точно маг, можно выявить из этого. Еще можно как бы выяснить, что он маг. Это, во-первых, потому что он учился в Хогвартсе. Это уже как бы... Что и требовалось доказать. Да. Ну, у меня закончились вопросы. В смысле? Ну, в прямом. У меня их было только 20. Малевато. Отдела 22. 22, да, хорошо, раздела 22. Так. Как раз хватило бы. Смотрите, короче. У нас, поскольку эта книжка закончилась, у меня в Телеграме, в чате, кто знает, не знаю, знает, кто не знает, проводился опрос, что мы будем дальше читать. Гарри Поттера или то, что вы предложите? Вот как бы вы за что? За следующую часть Гарри Поттера? Гарри Поттер. Я поняла. Лукия, ты за что? Ну, даже Гарри Поттер. Вот, круто, еще плюс два голоса за Гарри Поттер. Ну, значит, наверное... А сколько вообще всего пока что за Гарри Поттера? А, сейчас гляну, просим. У меня там что-то мало, голосует людей мало. Сейчас глянем. Так, сейчас 4 голоса за Гарри Поттер и 0 голосов за то, чтобы написать свой вариант. Поэтому, ура! Скорее всего, мы будем читать Гарри Поттера. Ура! Дальше у нас про Кубок Огня. О, я смотрел, он там попал в лабиринт, потом попал на кладбище и там нашел труп его друга. О, я тоже именно это смотрела. Это очень давно, правда, смотрела. Я очень мало помню. Ну, как раз вот как бы пересмотрите, перечитайте. Вообще, что это такое? У нас вообще книжный клуб. Вы должны читать вместе со мной, а не я. Она вот сижу, читаю.
У меня нету книжки. А я, у меня тоже нет книжки, я читаю в телефоне. Я скачала книжку в интернете и читаю. А, в понял. Вот так. Или можешь даже онлайн читать. Я тоже скачаю тогда уж. Если надо. Ну, вот, ребятки, уже подошли следующие участники. Давайте, наверное, заканчивать. Да, хорошо, давайте заканчивать. Я на следующий урок остаюсь, сразу говорю. Хорошо, я напишу, сколько мы глав читаем.